Заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров осмотрел производственные цеха фабрики «Пехорский текстиль» и поздравил работниц предприятия с Международным женским днем. Тему продолжит Богдан Колесников. Более 20 лет предприятие специализируется на производстве пряжи для ручного и машинного вязания. Продукция вырабатывается из всех видов сырья растительного и животного происхождения, искусственных и синтетических волокон. Мы закупаем отечественное сырье, в России. Пехорской фабрике принадлежит почти 25% российской пряжи для ручного вязания. По итогам прошлого года производство выросло еще на 20%. На предприятии работают 120 человек. Большинство из них – женщины. Производственная база фабрики – это современное оборудование, которое постоянно обновляется и модернизируется. «Пехорка» входит в реестр 500 преуспевающих компаний России и ежегодно побеждает в конкурсе 100 лучших товаров России с присвоением почетного знака «Отличник качества». Треть продукции производится в рамках гособоронзаказа. Нити «Пехорки» идут на изготовление беретов для десантных войск, морпехов, ракетчиков, сотрудников МЧС. Особая линейка изделий – аптекарская пряжа, согревающие пояса, наколенники, налокотники из лечебной верблюжьей шерсти. Сейчас фабрика работает над запуском продукции премиум-класса, которая заменит импортную пряжу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.